Продолжаем мы матч с парижанином. Что будем играть? Давай туда симметричную. В тот раз был каталон, и вроде получилось неплохо, но давай поменяем. Матч с международным мастером из Франции. 2-4. Это ужасный вариант. Б3 это скука просто смертная. Так надо играть c4 в этом варианте. Да, ну это может такая скучная позиция на самом деле. Вот так вот меня играли в Гронингене, гроссмейстер из Индии. После d4 получил перевес. Тут все было. А, по конь c3 он не играл, он играл ферзь d2, мне казалось, что это сильнее. Потому что вот на конь c3 я думал, что можно или взять у слона c6 пойти. Или вообще ферзь a5 пойти. Может ферзь a5 пойти? С идеей ферзь h5. Ну да. И слон h3. Ну да, ну, конечно, немножко искусно выглядит, ну, согласен со мной, или не согласен. Вот это уже. Да, вот опять грамотное решение, он не пускает ферзя просто. Может выбить и e6. Или сразу e6. Это выбить, наверное, пойдет сюда. Вопрос, кем он будет брать. Скорее всего, слона он будет брать. Я выбрал бы слоном. Задумался. На пешке тоже можно рассмотреть ход. Ну, пешка все-таки взял. Я сыграл. Ладья c8. Какой ладья c8? Конь висит. А, ну да, побили и ладья c8. Не, не нужно централизовывать его ферзя. А он его все равно централизует через шах. Ну, скорее всего, к одному и тому что ведется, да? От переменной на слагаемых сумма не меняется. Погоди, вот это важный момент, потому что если сейчас чуть-чуть не правильно сыграть, можно под пресс попасть. Скажи, пожалуйста, нашим зрителям, это правило работает в шахматах? Какое правило? От перемены мест слагаемых суммы не меняют. Нет, не работает. К сожалению. Мне не нравится эта позиция. Я поздравляю тебя, мне тебе в ладоши теперь хлоп. Да. Отойди потом после шаха на d4, на f8 и эпично закончи партию. Слушай, можешь так и сделать. Нет, ладно. Ну сейчас я буду приставать к нему туда. Пожалуйста, поменяй ферзей, ну пожалуйста. Слушай, ну не так просто отказаться от этого. Очень сложно. Так, куда это он захотел? Слушай, а вот... Может ферзь f6 пойти, даже с ухудшением структуры поменять ферзей. Типа потом активный. Знаешь, будет? Как сильно я хочу поменять ферзей. Зачем? Ну как бы король e7 вроде довольно плотно стоим. Может ладья c5 идет? Или, или это стратегически ужасно? Угу. Че, придется катать эту ничейную позицию? Ну, белый будет на победу играть. Ну, все-таки, наверное, ничья должна быть. Ну да, король через f6 приходит на e5. Зачем ты его подгоняешь? Ну давай уже, сейчас он должен f4 играть, и просто назад тогда пойдем. Так а6 же, а6 же 5, нет? Нет, надо просто стоять и сделать ничью. Ну нет, он будет играть. Он будет играть, он считает, что у него чуть лучше расположены пешки вот на королевском фланге, поэтому он играет. Так у него нет полей вторжения. Вроде нет, да. Может он где-то А4 опять готовит? Так что это. Можно же игнорировать просто короля. Потом А6 задвинет. Ну а мы же 5 пойдем. А6 слишком опасно допускать. 28 секунд. Ну тут вроде опять ничего особенного. Просто прицепились к пешке. Можно даже g5 пойти, я думаю. Зачем? Просто стоим. И даже b5. Потом h6. И ходим туда-сюда.
уровень. Зачем ты ему ничью предлагаешь? Потому что не хочу бегать королем туда-сюда. Он будет рубить. Если он будет не рубить флаг, я не буду с ним играть дальше. Я не могу прямую, ведь он может ломб b5 занести, он же глупый человек. Чего ты взял, что он глупый человек? Ну что, он хочет срубить флаг, я это вижу. И больше с ним играть не буду. Поставь слона на c2. Ну это зачем катать? Ох, какой перевод слона на c4, да? Нет. О. Да ты чё? Неужели? Замечательно. Не, ну, если бы ему очень хотелось, он мог бы побегать туда-сюда. Потом в нужный момент взять на b5 и сделать вид, что это гениальная победа. Но все-таки он оказался нормальным человеком.